Сегодня начались обменные онлайн-гастроли драматических театров. В Чувашии они посвящены столетию образования республики. Во время гастроли будут открыты 3 театральных моста. С Башкирским театром драмы имени Гафури, с Марийским национальным театром драмы имени Шкетана и Ульяновским драматическим театром имени Гончарова. На официальных сайтах этих театров зрители могут увидеть онлайн-спектакль «День очищения» по пьесе Арсения Тарасова, которую покажет труппа Чувашского драматического театра. Режиссер спектакля – народный артист СССР, обладатель государственных и региональных премий Николай Казаков.